В эфире «Грани Рубина» — программа о самом популярном футбольном клубе Татарстана. С вами я, Иван Бадалевский, команда корреспондентов «Рубин ТВ». Сегодня в нашем выпуске. Первый домашний матч «Рубин-Бетис». Как это было? Футбольный клуб «Рубин» подписал нового нападающего. Редакция «Рубин ТВ» поздравила с днем рождения Александра Прудникова и Владислава Кулика. Всю прошлую неделю футбольный клуб «Рубин» готовился к проведению первого домашнего матча в этом году. Роман Шапшинский побывал на историческом стадионе «Рубин» и прямо сейчас расскажет вам, как проходила подготовка арены к матчу с «Бетисом». Стадион в авиастроительном районе – настоящее сердце футбольного клуба «Рубин», а также отправная точка нашей великой и серьезной команды. Буквально через несколько дней этот 10-тысячник станет вновь главной ареной в городе Казани. Ведь буквально послезавтра здесь пройдет матч Лиги Европы между «Рубином» и «Бетисом». И сейчас проходят последние штрихи подготовки, вешаются плакаты Лиги Европы. По безопасности практически такие же условия, как и на натуральном. Я не буду говорить, что они лучше или хуже, но практически это поле приближено максимально к натуральному. Поэтому здесь, как говорится, добро пожаловать. На взгляд простого болельщика, газон стадиона «Рубин» находится просто в идеальном состоянии. И никаких сюрпризов зеленый ковер преподнести не должен. Будем надеяться, что обе команды покажут красивый и достойный футбол. Благо для этого все условия созданы. Я знаю, что это поле последнего поколения. Оно очень подстроено под натуральный газон. Но, естественно, натуральный газон никак не заменить. Но для футбола это идеально. Такое время зимнее. Я думаю, что газон отличный. I like Kazan. I was here before. Unfortunately, they played 2 years in Luzhniki. Мне нравится Казань. Я бывал здесь раньше, но последние 2 года матчи «Рубина» проходили в Лужниках. Я думаю, казанские болельщики очень рады тому, что команда вернулась на родную землю. Что касается газона, то для зимнего времени поле находится просто в идеальном состоянии. It's the best. Yeah. Снег с дорожек практически убран, совсем скоро его уберут из трибун, которые будут ждать своих хозяев, болельщиков нашего клуба. К слову, билеты на матч можно приобрести на сайте biletton.ru на центральном стадионе, а также в день матча на стадионе «Рубин». К слову, здесь в день поединка будет настоящее пиршество футбола, настоящий праздник. Здесь будут работать аниматоры, здесь будет бесплатная полевая кухня, здесь будет множество призов. И в частности, автомобиль Александра Рязанцева достанется одному из болельщиков нашего клуба. Одним словом, 27 числа, 21:00, поединок «Рубин-Бетис». Будет интересно. Приходи и поддержи нашу команду. Если будет полный стадион, нам будет намного приятнее играть и легче. Вот, а там же вот на игре с «Бетисом» был буквально битком стадион, и команда шла вперед. Я надеюсь, что болельщики придут поддержать нас 27 числа, чтобы свободных мест, надеюсь, не будет на стадионе. 27 февраля наш «Рубин» на своем поле принимал испанский «Бетис». В этот день для всех болельщиков были созданы комфортные условия. Что происходило вокруг матча и во время него, вы узнаете в нашем следующем сюжете. Игру, которую ждали тысячи болельщиков казанского «Рубина», состоится здесь, на родном стадионе нашего клуба. Всех пришедших в этот вечер ожидало множество сюрпризов и подарков.
Вот, например, один из этих сюрпризов. На площадке перед стадионом выступает шоу-группа барабанщиков и гимнастов на ходулях. А вот прямо из VIP-трибуны впервые в истории нашего клуба защитник футбольного клуба «Рубин» Максим Жестоков ведет твит-трансляцию матча «Рубин-Бетис». Ну, я думаю, игра очень даже неплохо развивается. К сожалению, только в конце пропустили. А так были моменты, нужно было реализовывать. Да, вот это все. Удар головой. Ну, я думаю, где-то опыта не хватило, может, молодому нападающему нашему. И хладнокровие, я думаю. К сожалению, сегодняшний матч закончился не в нашу пользу. После матча «Рубин-Бетис» всех болельщиков «Рубина» ожидал приятный сюрприз – розыгрыш служебного автомобиля Александра Рязанцева. После матча тренер «Рубина» Владимир Маминов и тренер «Бетиса» Габриэль Гальдерон ответили на вопросы журналистов и поделились впечатлениями после игры «Рубин-Бетис». Ну, в принципе, начало игры можно назвать удачное. Нам удалось быстрые моменты создать. К сожалению, мы их не реализовали. Потом инициатива была упущена, просто неправильно стали играть. Свалились на длинные передачи. Преимущества в росте у нас не было впереди, поэтому инициатива постепенно перешла к сопернику, и в итоге прижались к воротам, чего не должны были это делать. План был такой, что нужно было отодвинуть игру как можно дальше от своих ворот, вот, и встречать соперника выше. К сожалению, это не получилось. В результате итог таков. Установки конкретные стоять сзади и отбиваться с первых минут ее не было. Почему такое произошло, я еще раз говорю, будем разбираться. А Мулин принимал, немедленно принимал решение из-за нехватки опыта? Или это большая ответственность? Ну, я думаю, в принципе, игрок, прибегая туда в штрафную, он уже большой объем работы проделал, он на рывке туда пришел. Где-то ждал поддержки, может быть, хотел улучшить ситуацию, вот, более выгодную себе создать.
Ну, может быть, еще, да, чуть-чуть не хватает опыта, тоже нужно на это скидку делать, потому что сразу парень из молодежного футбола, по большому счету, взрослый футбол вступил, и сразу на таком уровне. Еще не хватает немного опыта. Но, в принципе, он один из тех, кому, по большому счету, сегодня претензий не было. Он получил травму, рецидив произошел, у него, в принципе, были проблемы раньше с этой ногой. Вот, но это все потом уже дальнейшее обследование покажет, насколько там серьезно или нет. Пока, да, он тяжело передвигается. Потому что у Науса на предсезонном последнем сборе была травма. Вот, и он практически пропустил перед той игрой, ну, практически 10 дней не тренировался. Смысла не было его ставить в состав, потому что просто не готов был. Ну и сегодня уже замена произошла, потому что у Шаронова была желтая карточка, а все-таки острая игра форвардов Бетиса, она могла привести к тому, что могла быть повторная карточка, поэтому пришлось поменять. Но, в принципе, Бетис играет в испанском чемпионате. Вот, это сильная команда, нужно тоже учитывать. Не надо делать скидку на то, что она находится пока внизу турнирной таблицы. Хорошие игроки, хороший подбор игроков. Длинная скамейка запасных. Вот. При этом они умеют хорошо атаковать, хорошо контратаковать. Соответственно, просто именно мы позволили им, можно сказать, так развозиться. Вот. Только потому, что перестали правильно играть. Отчего это произошло? Потому что, я говорю еще раз, начали игру нормально. Ну, в том-то и дело, что силы не кончились. Я же, в принципе, в предыдущих ответах говорю то, что просто неправильно. Когда команда начинает неправильно играть, перестает успевать. Но смотрите, сами посмотрите. Получается, что очень низко опустилась линия обороны, и практически полполя, а то и верхний радиус поля, если со стороны соперника, они проходили без сопротивления. Вот. Поэтому это уже говорит о том, что они легко преодолевали. Если бы они на это затрачивали силы, конечно, они тут сюда приходили, мяч уже, как говорится, рваный бы до вратаря доходил бы. Ну а так как у них позиционная атака довольно-таки близко, они располагались в позиционной атаке, у них, ну, было больше сил. Естественно, они располагались широко, вот, и наши просто не успевали перемещаться. Набегаются, пока отнимают мяч. Надо бежать в атаку, большая территория, которую надо покрывать. Уже все, уже силы надо паузу дать, чтобы они восстановились. Но то, что сил не хватило, я думаю, ну просто это, нельзя так сказать, это просто неправильная игра. А у Бакаса, он восстановился полностью от травмы. Да, ну просто это и по игре нужно было все-таки нам усилить атакующие действия с правой стороны, потому что в первом тайме их было практически не было. No, yo creo que si somos justos, ya la primera parte contra este equipo no merecíamos ganar. Та победа, в которой мы шли, они уже показывали на протяжении последних матчей, например, в матче с Бильбао, скорее игроки заслуживали результата 1-1, чем поражение 2-0. Просто сегодня это было очередное подтверждение того, что команда действительно хорошо играет. Haciendo muestra de lo que demostró hoy fue una confirmación de la progresión, ¿no? No, la verdad que no he tenido tiempo de hablar de eso, simplemente de... не было, пока все просто рады за триумф игроков и за их победу, и пока времени не было. Yo estoy muy feliz, que sea un derbi. Bueno, primero va a ser una fiesta para Sevilla. Во-первых, не будем говорить, кто является фаворитом, но в любом случае вы можете видеть, что Бетис как команда растет на протяжении этого времени. И здесь, в принципе, шансы будут 50-50. В первую очередь, скажем, то, что это праздник для Севильи, и очень интересное будет сражение между двумя командами. Да, элиминатория. Bueno, yo creo que el partido se ganó del primer minuto con la actitud del equipo, diría de los 11, porque si estás destacando con работа всех игроков, это были хорошие работы нападающих, защитников, полузащитников, то есть это работа команды, и это еще раз команда показала все то, что она способна, и показала, несмотря на всю несправедливость, которую показывали отношения, показала свою тяжелую работу, то, что заслуживает этого результата.
el triunfo es 150% de ellos solos, porque ya se lo vienen trabajando en la semana, sufriendo. No, la verdad que, como bien dijiste, yo voy partido a partido. Este клуб, эта каждый матч мы будем выходить коллективно, как на последний матч, и показывать результат, естественно, никакого предпочтения не будет, потому что у нас должны многое фанатам, мы должны многое нашему клубу, и должны показать результат, выходя каждый раз как последний. Jugar como se jugó hoy en cada partido, ¿no? Y ya el próximo es el domingo. Роман Еременко и Ренат Белялединов также после матча ответили на вопросы журналистов. Послематчевые мнения об игре в нашем следующем материале. Они чуть-чуть где-то чуть больше. Они оказались лучше, чем мы. Вот. Конечно, мы рассчитывали на другое и строили план игры в соответствии с своим состоянием и свой тактический план. Ну, знаете, весь тактический план сразу вылетает, когда не вяжется игра в контратаке. Сразу строить игру на атаке, ну, знаете, для этого нужны быть исполнители. Пока исполнители только подрастают. 20 лет еще тяжело диктовать условия. Вот. Ну, мы рассчитывали на других игроков, ну, надо посмотреть. Знаете, сгоряча делать выводы, можно ошибиться. Поэтому надо смотреть. Есть у нас уже свои мысли, почему именно так. Но в целом все складывается из, наверное, из подготовки. Подготовки. И, конечно, можно опять же сослаться на отсутствие там, сколько игроков-то уже сбился со счета, посчитать, кого нет. Вот. Но это неправильно, потому что те игроки, которые выше, они тоже обладают каким-то умением. Но его оказалось совсем мало. Что не получилось? Надо разбираться, не знаю. Вроде так ничего, первые минуты начали, потом потеряли инициативу, они начали моменты создавать. Ну, и второй тайм тоже вроде ничего начали, моменты создали, потом 2-0 и все. В принципе, я готов, что у нас будут они, к сожалению, как бы я не хотел строить игру первым номером, но на это должны быть основания веские. Авантюру, ну попробовать попрессинговать, была такая мысль. Ну, разрывы гигантские. Они очень быстро через эти свободные места просачивались и оказывали давление. А вот контр-игру завязать, ну, построение тактическое, наверное, не буду называть там ряд фамилий, которые сыграли, вроде бы старались, но не так. И целостность игры не получалось. Испанцы всегда технично, они это там доказали. Хорошо владеют мячом. И если им дать пространство, то они моменты создадут. Вот Девич, вот я узнал только сейчас, вот после игры сказали, что официально. Ну, точно, я уже не верил ни во что, потому что столько фамилий прошло, я уже устал смотреть эти все диски, все эти нарезки. Их уже больше 10 с января месяца курсировало. Я уже думал, что мы в чемпионат России вступим с Мулиным 20-летним и Азмуном 19-летним. Ну, плюс там еще всем известный Прудников. После матча что сказали Владимир Мамиков и Игнат Саяхович? Ничего такого, будем разбираться, сказали. Ну, борьбы, знаете, удар по самолюбию приличный. Вот. Я бы не стал там всех собак спускать. Конечно, хотели порадовать болельщиков, знали, что придут в ожидании чего-то. Ну, не то, что там перегорели кто-то, это молодой может перегореть. Ведь отказать ребятам в стороне нельзя. Они боролись, причем они играли лучше, чем играли первый тайм с Бетисом. Но они не давали разыгрывать такие первые темы. Там Битис Млада была просто разбалансированная команда. Вот. Сейчас они начали, в принципе, правильно играть, но, повторяю, без контр-игры не отодвинуть игру от своих ворот. Это я уже об этом говорил. Чего ждать в чемпионате от нас? Убивайте меня. Ну, будем стараться. Что ждать? Будем до конца биться. Нет, с физикой-то, я считаю, все нормально. Именно вот перестроение. Перестроение. Потому что в центре ясно не хватало Кулика. Вот, конечно, не хватало Торбинского, который нагнетал и на вот этих играх. Пусть они контрольные товарищи, но там определенный стиль какой-то контратакующей игры строили. Чтобы строить атакующую игру, сначала надо обзавестись все-таки более мощным нападающим, который будет стоять свежих ногах пока что, чем наш Мулин, другие козыри. Вот. И из-под него, когда
чтобы могла строиться игра. После матча «Рубин-Бетис» стало известно, что казанский клуб подписал нападающего сборной Украины Марка Девич. Первым, кому Марка дал интервью, стали мы, Рубин ТВ. Новичок казанского клуба Марка Девич встретился со съемочной группой «Рубин ТВ» в аэропорту Шереметьево сразу после подписания контракта. Серб отправился из Москвы в Харьков для того, чтобы подготовиться к переезду в Казань. Час назад, полтора, вот эти все технические вещи сделали. Хочу приехать домой, отдохнуть и завтра уже начать связи с новыми людьми. 2-3 дня назад представители «Рубина» вышли на связь со мной и вышли с предложением. С очень серьезным предложением, которое устроило и «Металлист», и меня. «Металлист» быстро дал добро, за это я им от всего сердца благодарен. В Казани я никогда не был, много хорошего услышал про этот город. С ребятами из «Рубина» я ни с кем не знаком, ни с кем не общался, ну и, скажем так, не могу дождаться уже встретиться с ним. Команда и клуб с меня требуют дать максимум и верить в меня. Я постараюсь дать максимум и быть лучше, чем предыдущий игрок, который был на этой позиции. Болельщики «Рубина», ждите меня в Казани. Сразу двое футболистов «Рубина» на прошлой неделе отпраздновали свои дни рождения. Редакция «Рубин ТВ» поздравляет Александра Прудникова и Владислава Кулика с их праздниками и дарит им подарок в виде сюжетов с самыми яркими моментами их карьеры за казанский «Рубин». Поздравляю тебя с днем рождения. Ну, желаю тебе здоровья и как можно дольше играть в футбол. И играть хорошо. Вы смотрели «Грани Рубина», программу о самом популярном футбольном клубе Татарстана. С вами был я, Иван Бадалевский, и команда корреспондентов «Рубин ТВ». Следите за нашими обновлениями в сети на канале YouTube. Будьте первыми, будьте с командой. Смотрите «Рубин ТВ».